Дорогие братья и сестры. Там фурнитура, а тут окна все. Ага, приехали наши двери. Я подумала, что машина сломала, запереживала, а это они ждут. Кого вы говорили, ждете? Монтажников. А, монтажников. Видите, перегородка вот. Арка, все. Наши двери. Спасибо, Господи, вас всех, дорогие братья и сестры. Какая погода у нас вот. Там храм. А они уже выехали? Да? Ой, какой кот. Такой котик. Чей ты кот? Чей ты котик? Хорошенький котик. Хороший, хороший. Дать, не кусаешь ты? Хороший. Так что вот наши двери. Слава Богу. Перегородка. Приехали люди, которые сейчас занесут в храм. Которые будут вставляться вот сюда. Сейчас еще перегородку. Это двери тоже мы ставили. А это смотрите, какие дорогие братья и сестры. Они старые, побитые. И они тепло вообще не держат. Это все сквозняки тут ходят. Это мы еще их покрасили. Они были такие черные, как сажа. Это оно еще покрашено. Вот я прикрою. Смотрите, какие щели. Вот. Вот так. И здесь топится. Это как улицу топить. Какие щели. Как через такие щели будет держаться тепло. Ну я же говорю, это она еще покрашена. Была черная, как сажа. Это перегородка. Складывать они подзвонят, когда будут. Вот. И другие. Вот наш райский уголочек. И вот перегородка. Конструкция. Вот. И вот. Вот это убираться все не будет. Это остается. Это просто к этим дверям поставится. Здесь такая холодина, что вообще очень холодно. Но зато чисто. Чистота, порядок. Очень холодно. А здесь видите, как такие щели. Вот.